Три лимонным соком, черт тебя подери. Три, пока не устанут руки, молитва. Единственная настоящая из тысяч. Единственная, в которой я попросил чего-то для себя. Я должен был услышать это. Должен был вспомнить и запереться на миллион замков. Ведь это было предупреждение. Все вышло само собой. Ночью мое проклятие проткнуло его, и он не проснулся. А я стоял и не мог заставить себя прыгнуть. Понял, что ни за что не выпущу этот край крыши, да если устану, даже случайно. Ну, теперь ты мой. И руки распухали от чужой боли, а я был счастлив. Я очутился в сером доме, в месте, созданном для таких, как я. Никому не нужно. Никогда никаких чудес. Было смешно и грустно, потому что его я опасался меньше всех. Я говорил с ним, как когда-то со Сфинксом. Выбраться бы отсюда. Вот уже полгода. Да что ты разрылся, псих несчастный? Я забился в мягкий угол.